А перед началом данного видео я бы хотел порекомендовать вам канал The House. Здесь вы можете найти такие игры, как Seven Days to Die, Undertale, Battlefield 1, World of Tanks Blitz и многое другое. А также здесь проходят регулярно стримы. Ребят, давайте сделаем парню подарок, подпишемся и поддержим его. Он реально старается, молодец. Ссылочка будет под этим видео в описании. Переходим, подписываемся. И всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, и мы продолжаем играть в Just Cause 3. У нас появился новый ствол, друзья, это у нас искорка. Вот такая вот штука, вообще шикарная, просто посмотрите, что она творит. Что она делает, это просто молния, ребят, с неба, откуда там, как у нас, кстати, орла не замочила, я не понимаю вообще. О, вообще шикарная, ребят, штука. Мы сегодня попробуем ее тестировать. И я предлагаю, ребят, отправиться нам сделать такой небольшой планчик. То есть сначала я вот, кстати, искал эти модификации, ну, которые нам прокачать бы. Искорка. У нас здесь их 4, получается. Все они улучшают, и наш заряд позволяет более быстрее восстанавливаться и усиливает, ну, мощность, площадь применения молнии. Посмотрите, здесь можно докачать его прямо вот на... А, 5 у нас получается здесь. Шестеренки там, короче, нужно как-то зарабатывать. Ну, как обычно, ребят, все это делается. И я вот нашел вот здесь вот только вот один пункт, по крайней мере. Вот сюда нам нужно вот отправиться. Вот куда-то вот сюда. Мы сейчас сразу же туда отправляемся. И в итоге, пока мы туда... Движемся, я небольшой еще планчик вам расскажу, что будет дальше. Мы, собственно, ого, здесь какие искры. Так, мы потом в дальнейших сериях мы отправимся вот на этот вот остров. Так, он какой-то интересный, называется он как-то остров Бабах, или как он называется, я так и не понял. Что-то было, вроде как надпись была же у нас, да? А, вот, остров Бабах. Интересно сюда вот смотаться, он вообще вдалеке от карты находится. Ну, а также я бы хотел захватить вот эти вот районы. Почему-то они у нас еще не захвачены. Я думаю, с искоркой мы потом сейчас его качнем, и мы туда отправимся, захватим районы и обязательно на остров Бабах смотаемся. Что ж, прикольно. Ребят, если вам нравится Just Cause 3, не забывайте, ребят, ставить лайки. А мы поехали проходить дальше морскую битву. Так, что тут нужно сделать? Дайте волю мощи искорки Иден, чтобы уничтожить волны вражеского транспорта. Лучше всего при этом находиться в воздухе. Берегитесь антенн под напряжением. В смысле, они что-то могут нас как-то повредить, антенна, да? Или нет? Так, ладно. Что нам надо сделать там? Уничтожьте как можно больше единиц вражеского транспорта. Блин, у нас тут бочки прям как раз рядышком. Есть. Есть. А, он еще не уничтожен. Готово. Давай, мочи. Ну что ж такое? Надо было, чтобы энергия хватило. Вот это здоровый транспорт поплывает там. Это шикарно, хорошо, прям очков много. Главное, чтобы сбоку нас тут не обошли. И по бочкам не стрельнули. Вот это вот основная бы задача. Так, у меня энергия потихоньку восстанавливается. Вертолет я слышу. Вертолет где-то. Так. Отлично. Отличная работа. Давай, Рика, тащи! Блин, энергии совсем немного. Вот это испытание. Ох ты, 2 косаря. Прекрасно. Что с дела? О боже, нет. Ага! Энергия закончилась. Такое прям маленькое. Эти бочки вообще не в тему. Здесь стоят, я бы хотел его куда-нибудь убрать. Их вообще можно? Красота! Еще! Есть 70% энергии.
Так, вертолет. Это плохо. О, 8 тысяч. Всем бойцам присоединиться. Прекрасно. Прикольное испытание, кстати. Прокачиваем нашу рискарп. Мне интересно, что же будет, когда мы ее прокачаем полностью, а? Это будет потрясно. За вертолет 8 тысяч дают. Давайте еще бы вертолет нам бы грохнул. Давай. Не! Обнаружен враг. Всем бойцам направиться по координатам. Супер, осталась последняя секунда. Ах ты, наворотили мы. Сколько очков? 4, отлично, хорошо, хорошо. Охлаждение разблокировано на модификатор. О, можно, кстати, сейчас поставить разблокировку. Мощность разблокированным. Ага, еще что-то, восстановление разблокировано, да ладно. Удар, сюрприз, разблокирован, модификатор снаряжения. Что это за удар такой? Интересный. Так, хорошо, давайте глянем. Разблокированы новые модификаторы. Так, пока меня сейчас будут валить. О, можно все поставить. Время перезарядки искорки Иден значительно снижено. Снижает время зарядки искорки Иден. Круто. Позволяет стрелять молниями искорки Иден дольше. Позволяет быстрее восстанавливать заряд. Прекрасно вообще. А можно, конечно же, вот снова искорка перевыполнить это все. И давайте проверим, ребята. Вот снова искорка. Сейчас посмотрим, как она у нас будет. Но, наверное, вообще зажигать должна конкретно. Она, получается, у нас модернизированная стала искорка. И, возможно, мы выбьем больше очков. Вполне возможно. Давайте глянем. Так, ну что, давай, Рика. Ну, посмотрим. Площадь больше стала. Не вижу, где... Что-то подожди, давай. Ты что, такой быстрый? Готово. Есть. Есть что покрупней. Это тоже. Там на волнах надо еще прям. Есть. Слушай, прям вообще намного мощнее стало. Энергия, правда, быстро все равно тратится. Сейчас поедут вертолеты. Готово, еще. Ой, плохо, вертолет. Атакую цель. Все бойцам присоединиться. Есть. Так, заходим сюда. Тут что так опасно, я все время на эти бочки приходится коситься, чтобы они тут... Еще вертолет. Красава. Красава, давай побольше очков. Ну, где еще у нас, братва? Есть. Прекрасно. Отличная работа, у нас тут маленькие пятерочки или даже... Не, маленький даже не выгодно. Вертолет! Слышу! Где? 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 Вертолет? Ну? Он где-то здесь. Да ладно! Да что ж такое? Серьезно? Да, да. Ну сколько? Есть, ребята, да, мы прям вот отстрелялись как надо. Морские захватчики, морская битва. Ну что ж, кара Идна разблокирована, модификатор снаряжения. Все пятерочки у нас разблокирован новый модификатор. Давайте посмотрим. Увеличивает площадь применения молнии. Увеличивает площадь применения, это будет вообще просто ошарашивающая молния. Просто вообще. Так, ну, других я пока испытаний не нашел. Видимо, это одно испытание, которое у нас как раз, ребята, и позволяет прокачать нашу искорку на все 100%. Мы сегодня это сделали. Это просто великолепно, потрясающе. И я очень-очень этому рад,
что все-таки у нас появилось такое вот замечательное оружие. Посмотрите, какое оно мощное. Вот это молния. Вот это да. Как она долго держится. Какая обалденная. И восполняется-то быстро. Вот смотрите, сразу 50% вообще. А лупит она вообще далеко, да? На дальнее расстояние. Уходит просто, она даже испаряется. Да, наверное, вода вся. Вон там какая-то цепь, кстати. Очень, конечно, сейчас стало комфортно с ней. Так что по бочкам можно. Можно по бочкам пострелять. Ну что ж, я думаю, на этом мы нашу будем серию заканчивать. Мы сегодня посмотрели новые испытания, морские захватчики. Это было прикольно, очень интересно. И надеюсь, наша искорка нам поможет зачистить основную территорию, которую мы продолжим, наверное, в следующей серии. Вот именно вот эти вот места нам нужно будет зачистить все окончательно. Я не знаю, что, ребят, на этом острове будет. Напишите в комментариях, может быть, там что-то откроется в дальнейшем. Мы вроде прошли все миссии. И мне бы очень хотелось бы попасть на остров, вот этот вот остров Бабах. Очень бы хотелось. Ребят, если вам нравится Just Cause 3, вы хотите продолжение, не забывайте ставить, ребята, лайки. Подписывайтесь на YouTube канал, на Twitch канал, группу ВКонтакте. Ну а с вами был Родригес, всем желаю всего самого лучшего и до встречи. Всем пока-пока!